Тирасполе на городском стадионе сносят старые трибуны. Из четырех оставят только одну, центральную. При этом стадион на время работ не закрывают. На городском стадионе Тирасполя слышны скрежет экскаватора и грохот падающих камней. Здесь сносят старую северную трибуну. На развалившихся от времени сиденьях уже давно никто не сидел. Южная и восточная тоже поросли мхом, между рядами выросли деревья. Здесь нет кресел, нет крыши. Больше в таком виде эти трибуны никто не увидит. Основная трибуна, которая крытая, западная, она остается. Там у нас подтрибунные помещения. А эти будут сноситься, так как они уже свой срок, как говорится, изжили. Как мы можем наблюдать сейчас, внутри этих трибун просто была земля. Снаружи обделана камнем, штукатуркой. К осени три старые трибуны станут историей и будут только на фотографиях. Останется только центральная трибуна, где сейчас собираются зрители. Здесь есть кресло и металлический козырек. Снос старых трибун – это один из этапов реконструкции стадиона. Вместо восточной трибуны, вот этой непосредственно, хотелось бы, чтобы у нас там был легкоатлетический манеж, соответственно, с другими помещениями, где мы могли бы использовать их для полного функционирования нашего спортивного комплекса. А напротив, то, что у нас трибуна южная, там сделать так же самое спортивные помещения, раздевалки, туалеты, душевые, пресс-центр. Большое табло у северной трибуны тоже демонтируют. Поменяют и газон футбольного поля. В перспективе обновят резиновые дорожки вокруг поля. Реконструкция стадиона рассчитана на несколько лет. Когда вся инфраструктура будет уже создана, конечно, проводить массовые мероприятия. Хотелось, чтобы эти мероприятия были направлены на то, чтобы популяризировать спорт, привлекать людей, и чтобы он стал массовый, как специализированный для отдельных видов спорта, для профессионалов, но и так же самое, чтобы большие массы людей могли сюда приходить и заниматься. А пока у входа на стадион завершается стройка игровых полей для волейбола, мини-футбола, баскетбола и площадка для воркаута. Цветное покрытие на полях лежит, осталось закончить отделочные работы. Облик стадиона уже преобразился. Наталья Ткачук, Михаил Белый, ТСВ.